Теперь давайте поговорим про конкретные лайфхаки, которые помогают нам лучше и эффективнее управлять собственным временем. Хочется начать с такой классической, довольно известной техники организации собственного времени под названием помодоро, или иногда их называют помидорками или помидоры, кому как больше нравится. В чем смысл этой техники? Вы ставите себе таймер на 25 минут. И на протяжении этих 25 минут вы ни на что не отвлекаетесь, занимаетесь только каким-то одним делом. Отключаете все уведомления на компьютере, на телефоне, не заходите ни в какие сторонние приложения, ни на что не отвлекаетесь. Я в вас верю, вы можете сделать это на протяжении 25 минут. И даже если у кого-то не получится с первого раза, это вопрос привычки. И рано или поздно вы привыкнете и сможете сосредотачиваться и удерживать концентрацию внимания на протяжении 25 минут. Если у вас получится удерживать концентрацию дольше, конечно, можно продолжить работать в таком режиме. Стандартная техника помодоро предполагает, что вы 25 минут сфокусированно работаете, потом 5 минут отдыхаете. И так 3-4 раза. После этого можно сделать перерыв подольше, например, 15 минут, полчаса или даже больше, если вы в таком сфокусированном режиме уже выполнили то дело, которое хотели выполнить. Техника помодоро прекрасна, потому что она помогает нам преодолеть прокрастинацию. У всех нас наверняка есть какие-то дела, которые давно уже надо было бы сделать, но мы постоянно откладываем и откладываем их выполнение. Вот если у вас есть такое дело, то вы можете использовать технику помодоро. Включаете таймер, 25 минут пошли, вы занимаетесь именно тем самым делом, за которое никак не решались взяться. При этом надо понимать, что техника помодоро — это действительно режим такой супер сосредоточенной работы, и в этом режиме вы можете уставать. Поэтому если в течение дня вы смогли действительно, ни на что не отвлекаясь, проработать 3 или 4 помидорки, то можете на этом остановиться. В принципе, вы большой молодец. Вспоминаем принцип Парето про 20% усилий, которые дают целых 80% результата.